Привет! Сейчас мы будем делать самодельный майонез дома. Вот. Нам нужно молоко и в два раза больше масла. Вот. Мы вливаем аккуратненько молоко и масло. Вот так вот масло в два раза больше. На самом деле даже чуть больше масла будет не страшно. Главное, чтобы не меньше, чем в два раза. Яйцо – это другой рецепт. То же самое, только яйцо на дно. В общем, соли так приблизительно, примерненько так. Вот, это я чуть-чуть делаю, можете больше. Все на вкус, все на ваш вкус, нету никакого определенного. Главное, вот консистенция, это чтобы молока было в два раза больше, меньше, чем масло. Ну, уксус можно в конце там бросить. Вот сейчас берем такой блендер. На дно ставим его аккуратненько, не перемешиваем предварительно. И сейчас нажимаем. После того, как он загустевел, мы делаем такие движения вверх-вниз, вот так. Теперь вы можете сколько хотите масла добавлять, можете не добавлять. Ну, лучше, конечно, сразу это все сделать, но это для густоты хорошо. И уксус. Уксус тоже приблизительно на вкус, на глаз, как вам нравится. И еще раз. Самая главная фишка, это то, что вы такой блендер ставите на дно, нажимаете и держите внизу, то есть не начинаете колотить ни в коем случае. Уже этот майонезик у нас получился. То же самое вы можете делать с яйцом, то есть на дно вместо молока яйцо, сколько вы хотите, чтобы было майонезовое масло. Добавляете и все по вкусу, все остальные ингредиенты. Так что вот так вот. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Бай-бай.